Это, пожалуй, одно из самых массовых мероприятий, которые ежегодно проходят в нашем регионе. В самом шествии обычно участвуют до 30 тысяч человек, а во время праздника в селе Великорецком собираются до 60 тысяч паломников. Но во время эпидемии проведение массовых мероприятий запрещено. Никаких палаточных лагерей организовано не будет. Все службы пройдут на улице рядом с храмами. Икону не пронесут по традиционному пути, а перевезут в Великорецкое. Кировчанам напомнили, что все силы медиков брошены на борьбу с инфекцией, поэтому сопровождения врачей не будет. Кировчан просят воздержаться от участия в мероприятии.